Стрельба из лука, фехтование, плавание, спортивная гимнастика. В парке культуры, спорта и отдыха открылась выставка, посвященная спортсменам, участникам Олимпийских игр в Токио. Я очень рада, что на территории парка Лазутины, шестикратной олимпийской чемпионки, нашей любимой землячки, открыта сегодня выставка. Выставка победителей, российских победителей, которые приехали с Олимпиады в Токио и показали высокие результаты. И, конечно же, это наша выставка сегодня начинается с нашего любимого земляка Сергея Семенова. На одном из стендов фото Сергея Семенова. Одинцовский спортсмен завоевал бронзовую медаль в греко-римской борьбе в категории до 130 килограммов. Эта выставка мотивирует молодежь к занятиям спортом, отмечают тренеры. В парк очень много приходит детей, в том числе и наших спортсменов, занимаются здесь постоянно. Будут видеть и еще больше в себе воспитывать спортивный дух. И мы не олимпийские, как вы уже сказали, но тем не менее, ну, имеем отношение ко многим видам спорта олимпийским. Вот синхронный план девочек я тренировал, обеих Свет знаю прекрасно, и из группы девочки тоже со мной работали вместе 2 года, я с ними работал. Да, это был очень большой опыт, 2 года мы готовились на Олимпиаду в Лондоне. Игры завершились. Их главные моменты запечатлели спортивные фотографы. Лица спортсменов, на которых самые разные, такие искренние эмоции. На 18 стендах фото бронзовых, серебряных и золотых призеров из разных городов страны. Эта выставка – это результат совместного проекта ТАСС, Майер Групп и Одинцовского парка. И посвящена она нашим спортсменам, которые принимали участие на Олимпийских играх в Токио. Как я уже сказал сегодня, действительно, наши спортсмены выступили просто замечательно. Впервые с 2008 года они завоевали более 70 комплектов наград, 20 из которых золотые. Посетить спортивную выставку на Лазутинке можно в течение месяца. Екатерина Крамер, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».